patience in my life. Run away with you. Распаковка шикарной орхидейки на два цветоноса. Не знаю, правда, как дошла. Сейчас будем смотреть. Дошла очень быстро, за один день. На улице жарко у нас. Аккуратно, Алина. На улице жарко, поэтому я немножко переживаю. Долго думала, какой сорт заказать. Там были и пилоры, и бабочки. Но все-таки Алина мне помогла определиться с выбором. Да, Алина? Да. Сказала только эту и все. Ну, ладно. Мне она тоже с самого первого раза понравилась. Так, тут все в газетках. Все классно. Смотрим. Ой, надеюсь, все хорошо. А, так, Алина, аккуратно. Расслабься. Так, Алина, аккуратно. Какая классная вообще. О май гад, как Алина говорит. О май гад. Сейчас другой интернации говорю. Какой? О май гад. Ага. Так, Алина, не мотыляет тебя? Давай на аккуратнее. На почте я напыляла, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне главное, чтобы она была все целая. Так, это значит салатово-желтый биглиф с вот такими вот классными малиновыми прожилками и прикольной такой губой. Я смотрела на белые биглибы, они мне тоже очень нравятся. Вообще хотела изначально белую орхидею, но выбрали совершенно другую. Ой, короче, она с идеальными корнями. В описании было сказано, что она с идеальными корнями. Сейчас будем смотреть. Не, ну она реально красивая. Алина немножко подсушила бутон. Знаете, это не туалетная бумага, это похоже гофрированная бумага. Похоже на туалетную бумагу. Алина, ну не начинай. Нет, я буду. Что-то мне не нравится, мне все нравится. Успокойся. Все, на свой куст. Говорит, на свой куст. Так, смотри, мне ее не вольни. Все. Вот теперь держи ее. Давай. Короче, показываю корни. Ну, корни действительно идеальные. Идеальный стволик, идеальная шейка, идеальные корни. Ой, какой цветонос. А, тут два цветоноса. Ты что, не поняла еще? Нет, два цветоноса. Я помню, что два цветоноса. Есть бутоны. Надеюсь, она их не скинет. Есть перецвевший, есть перецвевший. Слегка помялась, но... Я надеюсь, я еще успею полюбоваться на нее, что она не так быстро цветет. Красивая губа, очень.
худая. Okay, уже до такой степени стрессанула, что ого-го, тут не на что смотреть. Это была орхидея бабочка. Сорт я вставлю. Сорт посмотрела на Инстаграм. Спасибо девчонкам, кто написал. Ну, сказали, очень-очень ароматный сорт. Травой пахнет. Ага. Ну, такой орхидейной травой. Типичный. Жалко, что цвела. Нет, ну, хотя бы видно, что оно соответствует описанию. Бабочка. Лимонно-белая. А, да. Блин, я хотела, чтобы она цвела, полюбоваться ней подольше. Хай бы еще немножко подцвела. Давай не там доращивай, наращивай. Цвети опять. Ну, корешки хорошие, нормальные. Шейка, листики хорошие. Немножко есть подсохшие корешки на кончиках. Ну, в основном здоровое, хорошее растение. Алина принесла мне тут и тычицу. Это ноготки. Ну, вот такая вот новиночка. Без орхидейки не обошлось. Это все калы, калы, всякие другие цветущие. Ну, это тоже надо. Поэтому у меня очень мало белого сорта. Хотела такую бабочку. Ну, пусть будет. Сначала, когда ты начала говорить, я думала, ты разговариваешь сама с собой. Так я и разговариваю сама с собой, своими цветами, своими подписчиками. Все уходят, и там начинаю снимать какие-то видео. И сейчас понюхаю цветочек на всякий случай. Хотя знаю, что мне уже написали, что пахнет в первой половине дня до 12. Сейчас тоже есть легкий аромат. Аромат зелени и чем, Алина? Скошенной травы, кажется. Короче, руки чешутся ее пересаживать, но уже завтра. Я вот тут уже по поверхности пообрезала корешки. И увидела, что есть торфяной стаканчик. Короче, завтра уже буду заниматься пересадкой, посадкой. Она может дорастить цветонос и мне еще подцвести. Так что мое желание еще может осуществиться. Быстренько-быстренько посмотреть, как она еще раз цветет уже домашним цветением. Есть закупленный корешочек, лезет. Ну, растение хорошее, по-моему.